А, иду. Кого? А? Заходи, давай. Что? А, ты еще крутит вов. Что там тебя загрузит? А у меня генерация ландшафта. Да что, Оля, заходи. Сейчас. Или он меня, короче, не заходит иногда. Мир. Ну, а это просто раз не заходился, а теперь... Закройся, я зайду. Сейчас тебе будет долго. Я одна из тебя. Давай, Оля, заходи. Сразу зайди. Все начинается загрузиться. Давай, заходи. Оля. 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 Вообще не люблю, когда говорят Марина в видео. Чё? Я не понял. Не люблю, когда говорят мое имя в видео. Там сейчас твой один подписчик напишет. Оля, ты шо? Оля? А что? Чайник не включал? Оля заходит. Я что его? Не хочу я играть в Майнкрафт. Ты сама говорила, хочешь. Передумала. Теперь не хочу. Готово. И что ты хочешь сделать? Мир не продружается почему-то. А, все, продружился. Там у Оли мир что-то не продружился. Ну ладно. И тут я на трассном друге стою. И, ребята, у меня тут написано, что... Сейчас мне надо убрать предмет, потому что я не хочу его поставить куда-нибудь. Третья часть, последняя. Надо все это взорвать. Это тут написано третье задание. Но я пока это задание выполнять не буду, потому что не сразу прям закончить видео в начале. Меня Оля убьет, если дом... Если динамиты дойдут до их дома, меня Оля убьет. Оля, не волнуйся, с своим домом ничего не случится. Надеюсь. Я предупредила. Надеюсь, Оля. Не знаю, больше играть не буду. Будешь. Не буду. Да ты будешь. Не буду. Б. Не буду. Б. Ой, будешь. Не буду. Будешь. Нет. Будешь. Нет. Бу. Нет. Бу. Не буду. А я думаю, будешь. Не буду, не буду. Будешь. Да. Нет. Ну а если не дойдет до взрыва? Может быть. Почему это может быть? Спускаемся. Ой. Ой.
Ничего страшного. Оль, Чего? Это черный блот, ходи. Это вот таким блотом покрывало. Извини, я случайно этим блот сломал. Я его сейчас верну. Тынь, все верну. Мне интересно, что ребята там что-то говорят. Да. Стекло, кирпич сломались. У меня твои, у меня телефон иногда заедает, тогда я снимаю. Из-за этого у меня все ломается. Нажимается и все само ломается. Оля, я все чиню. Твое. Где это стекло, которое ты вешала, серое? Где это? Вот это что ли? Ну, по-моему. Ну да. Все. Я все починил. Кстати, два ряда, ребята, Оли новый скин. Если вы заметили. Даже за что? Алло. Алло. Оль, Стажи, за что? Оли, Стажи, за что? Оли, Стажи, за что? Да. Еще один блок сломан. Замечательно. Уйди от меня, из моего дома. Оль, ну это не моя вина, что у меня телефон лагает. У тебя в одном месте лагает. Я все чиню. Починил. Тынь. Уйди отсюда. Иду. Да иду я, все, иду. Мне будет тебе мешать. Все. До свидания. Тебя реально по кустою пруду. Нет, не потусаешь ты меня, Оля. Оля. Еще увидимся. Нет. Да. Нет. Оль, ты что? Не надо так говорить. Мы обязательно увидимся. Да. Нет. Да. Нет. Да. Я бы сказала, говорит, молчу. Оля, на. Я понял, ладно. Чё? Нет, ничего. Я потом построю что-нибудь. Болимо. Не знаю. Я сейчас нафиг и сушителя, блин, построю. Он того, он всё будет взрывать. Пах, тах. Я потом взорву. Потому что знаешь, что ты сушителя делаешь? Для этого нужен песок-душ и головы черного скелета, скелета-визора. Но я это делать не буду, потому что видео... потому что вначале это делать не надо. В танце я это вообще не делаю. Да. Так, что мне тут делать нужно? Ладно. Я возьму то, что. Вот, я возьму вот это вот. И построю то, что. Мне нужны любые блоки. Потому что я молодчина. Угу. Угу, блин. Оля, я на минутку сейчас сделаю режим выживания. Не, ну точнее, не сейчас прям, а тогда точку построю. Второй блоки.
Я сейчас такой с высоты прыгну, что ж, не знаю, проиграю на выживании. Оля, да, возьми все блоки, которые тебе нужны, и потом все. Сейчас, Оль, приготовься, делаю режим выживания. И то, что делаю. Так, я сейчас то, что... Так, блин, как мне взять? Так? Да, все, отлично. Я взял. Кто там бессмертие? Делаю режим выживания. Оль, бери все блоки, которые тебе нужны. Сейчас, подожди. Вот, сразу бери все блоки, которые тебе нужны. Я еще их очень потерял. Вот. Потом я сейчас буду делать режим выживания. Ищи все блоки, которые тебе нужны. Ну и предметы. А я понял, что Оля будет делать. Собаку она будет делать. Чтоб приручить его тем более еще. Кто там? Я не понял. Оль, ты чё напугался? Чё напугался? Свинья. Оля, приготовься. А где твой дом, кстати? Вон там. Да блин. Просто, Оль, наблюдай за мной. Выйди на улицу и наблюдай. Я тебя жду. Я тебе тут покажу, и я не проиграю. Выходи на улицу. Сейчас выйду. Смотри на верхний блок. Вот это. И смотри на меня. Смотри. Блин, сейчас. Я выжил. Я использовал тотем бессмертия. Поняла? Угу. Вот. В дом зайти можно, кстати говоря? Угу. Ну, сейчас зайду. Так, красивые заборы тут. А, да блин, управление. А, я, кстати, сейчас, подожди, творческий режим сделаю. Вода. Супер. Чё? 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 Не понял. Ой! Оля, извини. Я тут у себя сломал. Чё сломал? Дверь. Чини. Шачи, починю. Ты как придёшь, всё сразу ломаешь. Да, это не я. Это управление такое. Тебе такой глюк, да? Типа, как в гости идёшь, сразу ломать всё. Ну, типа того. Понятно. Я тогда хочу нажать на что-то, а в итоге все ломается, а не нажимаю. Это где, кстати говоря? Дома. Дома это где? Супер. Кирпич. Кирпич. Да. Я не понимаю, почему так много нужно строить.
Блоки положу кирпич. А, не, сюда. Да что за фигня? Почему, блин, я у меня все ломается, а? Хорошо. А! Да. А, ну это вот такая проблема. Супер. Готов. Готов. Пошли собачки. Оба.
Оль, ну ты где там? Ты вылетела из Эдры. Я же она была нормально. Mm-hmm. Чё? Сейчас я там сколько нам осталось снимать? А уже 20 минут снимается. Чё? 20 минут уже снимается, Оль. 4 минуты ты в туалете просидела. А что смешно? Боишься, что ребята это услышат? Они не посмеются, Оль. Ты же знаешь. Стыц. 20 минут снимается реально. Уже 21 минут. Коля, ты где там? Заходишь? Да, сейчас попробую. Оля, заходи. Ну, Оля, где ты там? Заходи, заходи. Сколько нам еще снимать? 10 минут. Оля, не переживай, мы закончим. Когда-нибудь. Оль, ты пота строй дом, ты пота не уходи на улицу, хорошо? Как не строить дом, если не выходить на улицу? Ладно. Оля, встречай меня. Я не один. Все увидишь. О, нет. Убери! Ну не волнуйся, они только за мной следуют. А? Они только за мной следуют, все.
Да, Оля. Не видишь всех своих собак? Из дома ты не выйдешь. О нет, Оля. Бежим. Собаки становятся злые. Сейчас весь дом будет завален собаками. Да, Вова, да. Это тебя... Что? Всё, я не надоел. Ты шо? Оля, зачем? Оля, зачем? О, всё, не хочу. Ну, Оль, давай, еще чуть-чуть осталось. Это, 6 минут. Ну, или 5. Ну, 5 минут осталось, да. Собаки за мной следуют. Я не хочу, что он не зверинец. Убери своих собак. Я их собрал уже, все. Убери. Все, они со мной. Они за мной побежали все. Как вот писают, как вот писают. Ну да. Понятно. Что? Ничего. Все понятно. Короче, я всех их отогнал. А теперь, Оля, этот красный труд пора взорвать. Что? Иди тебе. Я проверяю. Проверяй. А вот и моя собака. Надеюсь, не злая. После таких. Я начну делать, что не спутать потом с твоими... своей шайкой. Теперь, Оля, взрываем этот красный тружок навсегда. Желаю, чтобы мои собаки это тоже видели. И желаю, чтобы Оля... Желаю, чтобы Олин дом не взорвался. Оль, ты готова увидеть силу моей мощи? Динамита. А почему я тут еще с собой? Все, Оля, ты готова? Готова? Сейчас ты увидишь трутую силу, вообще просто трутой атаки. Да. Сейчас.
Да блин, собаки мешают. Ладно. Все, Оля. Сейчас. Не, не уходи, не уходи, не уходи. Сейчас будет жесть. А, ну это был всего лишь один динамит. А вот сейчас будет много. Все, Оля, приготовься. Оль, это будешь волноваться за дом? Да. Берегись! Сейчас мы все собаки просто. Ну, не хочется. Была рад с вами познакомиться. Ой. Да, много именно было написано. Счастье то, что Олин дом не взорвался. Оля, ты счастлива? Мне все равно. Понятно. Оля счастлива, ребята. Ну, вот такое вот было видео. Это было финальное видео. Да? Да. Да, да, Оль, ты чё? Это была последняя часть. Про Трассного труда были всего лишь три части только. И получается, у нас третья часть. Да. И всё. Угу. А потом какая будет? А потом я придумаю такую тарту нужно. Короче, суть такая, всякие карты. Так, Оля, пошли играть. Пошли. Кстати, мы поиграем несколько частей, а потом... Потом финал наступает, и происходят всякие различные финалы. Например, взрывы, там смешные приколы и все такое. И Оля больше не увидит свой домик. Вот этот, который ты сейчас построил? Да. Может, его это я уже не знаю. Скорее всего, да. Обидно. Ничего страшного. Сейчас Василий встроен напоследок. Давай, я хотя бы его... Что ты его? А, сейчас. Застрельшочу. У меня это доступно во время снимателя. Между прочим. Сейчас я подойду только. Да, просто почти всех моя собак задела. Оля, будь здорова. Да. Мы когда-нибудь вернемся сюда. Это возможно. Я даже бассейн создала. Бассейн, я заметила, да. Ладно, выходим. Всем пока. Да-да. Только я застриншочу этот дом. Скриншочу. Напоследок финал. О, вот он тут красавец. Блин. Сейчас. Подойду к нему рядом.
Все. Застриншотил. А, понятно. Ну, короче, в этом всем удачи и всем пота-потам.